В составе сборной России по хоккею, которая в понедельник вечером потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив Словакии 1-3, станет на одного новосибирца больше. Подкреплением из НХЛ в национальную команду приедет Владимир Тарасенко. Для воспитанника новосибирского хоккея минувший сезон в Америке стал непростым. Владимир боролся с травмами и сыграл всего 24 матча в регулярке, в которых набрал 14 очков. В плей-офф его Сент-Луис без шансов уступил Колорадо, хотя в последнем матче Тарасенко оформил дубль. Помимо форварда к сборной должны присоединиться еще двое – защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов из Вашингтона. Отмечу, что накануне появилась информация о состоянии здоровья еще одного сибиряка – Константина Акулова. Напомню, форвард ЦСКА и сборной России травмировал плечо во время первого матча на турнире против команды Чехии. Главный тренер нашей сборной Валерий Брагин назвал повреждение Акулова серьезным и заявил, что нападающий пока остается с командой, но рассчитывать на его возвращение в строй едва ли возможно.